знаю, так и не вспомнить. Не припоминаете, верно? Я вас услышала. Также укажите, у вас один пластиковый носитель в нашем банке? А вы не видите этой информации? У нас по системе все отображается, но по регламенту банка, так как у вас по счетам производятся мошеннические действия, я как сотрудник должна запросить такую информацию со слов клиента. Один. Одна карта, все верно, по системе отображается. Ранее данная карта была украдена, либо же утеряна. Находится при вас? Нет. При вас находится, верно? Да, находится при мне. То есть ранее с мошенническими действиями не сталкивались, верно? Угу. Я вас услышала. То есть смотрите, на данный момент мы подозреваем сотрудников нашего банка в компрометации ваших данных, так как ваши личные данные доступны сотрудникам в отделении. Скажите, пожалуйста, вы припоминаете, когда в последний раз посещали отделение нашего банка и по какой причине? Нет, не помню. Кто ж такие вещи запоминает? Давно не посещали, верно? Угу. Я вас услышала. Также укажите примерный остаточный баланс по вашей карте, чтобы в дальнейшем данная сумма была успешно застрахована. Точный баланс уважать не нужно, абсолютно примерный. Не знаю, в районе 50-60 тысяч. Повторите, 50? 50. 50? Да. Фиксирую с ваших слов. Также укажите, пожалуйста, личным кабинетом Сбербанк онлайн. Пользуетесь активно? Да, конечно. Доступ от личного кабинета третьим лицам не передавали? Нет. Я вас услышала. Также смотрите, в последнее время очень много случаев попадают в службу безопасности о том, что сотрудники нашего банка просто берут секретную информацию о клиентах, также перепродают ее третьим лицам. Возможно, вы припоминаете, при получении пластикового носителя в нашем банке вам выдавали данную карту в закрытом виде, либо же в открытом? То есть в конверте, как положено, либо же в открытом виде? Слушайте, дело было давно, я не помню. Не припоминаю, я вас услышала. На данный момент нам с вами необходимо пройти структуру верификации для отмены данных действий по списанию. Также установить вам двухфакторную защиту на ваш личный кабинет, чтобы в дальнейшем данные действия не повторялись. То есть защита устанавливается на бесплатной основе, так как вы попали под мошеннические действия. Данная защита будет действовать до окончания действия вашего пластикового носителя. Информация вам ясна? Да, конечно. То есть по регламенту банка могу вас верифицировать, либо же по номеру финансового договора, подскажите, он при вас? Нет. При себе не имеется на данный момент, верно? Екатерина? Да, не имею. Не имеется, я вас услышала. Либо же мы можем пройти структуру верификации по номеру пластикового носителя, то есть карты. Укажите, данная карта при вас? Ну да. В таком случае возьмите ваш пластиковый носитель в руки, также продублируйте 4 блока по 4 символа. Слушайте, ребята, вы не охренели ли, а? Может, вам еще и код с задней стороны рассказать? Выражайтесь, пожалуйста, покорректнее, я у вас такой информации не запрашивала. Да.